Здравствуйте! Продолжаю делать стол под циркулярную пилу и фрезер. Поставил ручную пилу и фрезер на перевернутую столешницу и обвел контуры. Затем профрезеровал по контуру и снял слой фанеры внутри контура на глубину 8 мм. Напомню, что для стола использовалась ламинированная березовая фанера толщиной 18 мм. Это моя первая серьезная работа с ручным фрезером, поэтому не все получалось хорошо с первого раза. Но серьезных, непоправимых ошибок мне удалось избежать. Тут главное не спешить и тщательно продумать каждую предстоящую операцию. Оба инструмента встали в свои пазы ровно и без перекосов, чему я несказанно обрадовался. После того, как просверлил отверстие для болтов крепящих инструмент, перьевым сверлом сделал подтай на нужную глубину, чтобы шляпка болта не торчала над поверхностью столешницы. Для прижатия инструмента к столу я изготовил из фанеры специальные прижимы Г-образной формы. С помощью болтов эти прижимы должны надежно удерживать инструмент в его посадочных местах. На этом этапе очень важно не промахнуться и просверлить соосные отверстия в столе и прижимах.
Когда пила была зафиксирована прижимами, я включил ее и сделал сквозной пропил на всю глубину пильного диска. Отверстие в столе под фрезу я выполнял, используя для этого кольцевую пилу по дереву, она же коронка, и обычный шуруповерт. Слышал от кого-то из известных блогеров, что шуруповерт коронку не потянет по мощности, но моя макета еще как потянула. Из той же фанеры напилил 4 боковины для стола, просверлил отверстия и прикрутил боковины на конфирматы. Стол получился именно таким, каким я его хотел видеть. Теперь осталось сделать параллельные упоры для пилы и фрезера, профрезеровать пазы для каретки и изготовить лифт для фрезера. Но об этом в следующей части. Всем спасибо и до новых встреч!